Здравствуйте, зрители и подписчики канала 4D. Значит, сегодня я хочу предоставить вам на обзор марки, почтовые марки Приднестровья, а вернее Приднестровской Молдовской Республики. Серия называется «Фауны Приднестровской Молдовской Республики», и представлена она в виде трех марок, выпущенных 4 декабря 1999 года, без номинальной стоимости, с буквенными обозначениями. Как вы видите, А, Б и Е. Размер марок у нас 44 на 35 мм. Была использована мелованная бумага. Способ печати офсет. Тираж каждой марки составляет 12 тысяч экземпляров. Выпускались также в блоках тиражом 4000 штук. И в листах. По 6 марок в листе. Тираж каждого сюжета составлял 2000 штук. Что хочется сказать об этих марках? Значит, эти марки также еще выпускались в беззубцовом варианте. Марками выпускались беззубцовками и блоками. Художником данной серии был Валерий Була. Значит, на что я обратил внимание и хочу обратить ваше внимание. В чем у меня возник вопрос по данным маркам? На первой марке, вот на вот этой, изображена жужелица решетчатая. Но если у кого марки есть эти, он должен был обратить внимание. А на следующих марках тут заявлено название. Вот на вот этой с литером Б написано «бронзовка золотистая». И действительно изображена бронзовка золотистая. На латыни она звучит следующим образом. Я специально посмотрел. Цитония аурата. Это вид жесткокрылых и подсемейство бронзовок. И на второй марке с литером Е также заявлена бронзовка золотистая. Но здесь на латыни, вот с правого края, название идет совсем другое. В связи с чем я обратил внимание, что название у марки с литером Е звучит следующим образом. Колосома сихофанта, что переводится дословно как красотел пахучий. И в чем же у меня возник вопрос? Это или ошибка, или опечатка, что в принципе одно и то же. И представляете, эти марки все были выпущены именно с вот такой ошибкой. То есть везде на марке с литером Е и на марке с литером Б название одно на русском языке, а на латыни совсем другое. То есть на латыни, если быть уже как принципиальным, нам дают действительно бронзовку золотистую на марке с литером Б, а на марке с литером Е заявлена бронзовка золотистая, но на самом деле изображен красотел пахучий. Вот такой вот казус. Пытался я как-то обратиться на один филателистический сайт, чтобы они помогли мне разобраться с этим. На что они мне ответили, что они не являются специалистами в области определения жуков. Но вопрос-то у меня стоял по-другому, что является это ошибкой или опечаткой, что в принципе одно и то же. Вот в чем вопрос. Хотелось бы, конечно, чтобы в дальнейшем эти марки представляли определенную ценность, потому что они как с перфорацией идут с ошибкой, так и без перфорации, то есть без зубцовки. Они все идут с вот такой вот ошибкой. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если у кого-то есть вопросы по данному сюжету, пожалуйста, обращайтесь в комментариях. Готов на конструктивный диалог.